кадрах сверхзахстанцы аплодируют 23-летнему солисту областной филармонии. Впервые на этой сцене выпускник Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Ажургенова Махамбетали Абильда появился в январе 2022 года. Концертмейстер областной филармонии Екатерина Лопухина рассказала, что молодого исполнителя публика сразу полюбила. Репертуар, который мы взяли с Махамбетом, он очень разнообразный. Это джаз, эстрада, это казахские народные песни, это романсы. Махамбет очень многогранная личность, и я думаю, в дальнейшем он сможет исполнять репертуар любых исполнителей. Но все зависит, конечно, от его желания. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Летом прошлого года уроженец Алматы Махамбетали Абильда отправился в свой родной город, чтобы попробовать свои силы в телевизионном проекте «X-Factor Казахстан». Артист покорил сердца жюри своим голосом и смог пройти в телевизионное шоу. Этапу Махамбетали Абильда открывается зрителю с новой стороны. В интервью на проекте X-Factor Казахстан певец признался, что не рассчитывал пройти так далеко. Участие в проекте X-Factor Казахстан дает мне много возможностей для развития. На шоу с участниками работают профессионалы, я учусь у них, стараюсь впитать как можно больше информации. Я чувствую огромную силу, потому что меня поддерживают коллеги из Петропавловска. Это дает мне энергию, я очень им благодарен. Я надеюсь на победу в проекте X-Factor Казахстан. Затем хочу принять участие в республиканском конкурсе «Жаз Канат». А еще планирую попасть в телевизионный проект «Голос Казахстана». Планов много. Коллеги по цеху желают молодому исполнителю победы в телевизионном проекте. Мы смотрим все твои выступления здесь, болеем, переживаем за тебя и надеемся на твою победу. Махамбет, только вперед! Мы желаем тебе удачи и побед на сцене и в жизни. Берлин, за тебя! Махамбетали Абильда владеет актерским искусством. Потому в Петропавловске талантливого артиста поддерживают не только в областной филармонии, но и в Казахском музыкально-драматическом театре имени Сабита Муканова. Махамбетали пришел сюда работать в августе 2021 года. Мы учились вместе в Академии искусств. Я уже тогда заметил, что Махамбетали очень трудолюбивый человек. В Петропавловск мы приехали с разницей в один месяц. В театре часто вместе работаем на сцене. Весь коллектив здесь за него болеет. Каждую субботу голосуем за Махамбетали. Желаем ему победы. Телевизионный проект X-Factor Казахстан показывают по субботам на Первом канале Евразия в 19:00. Поддержать артиста из Петропавловска можно, проголосовав по номеру, указанному на экране, или через Телеграм. Дарья Бушманцева, Замат Баймукан, МТРК.